веселый заводной танец «Скороговорочка», а также много других танцевальных номеров в исполнении эстрадного балета «Экситон» вы сможете увидеть уже в эту субботу, 18 мая, на сцене ДК «Руслан» в Новом Городе на отчетном концерте этого коллектива. Концерт станет отчетом о проделанной работе за творческий сезон. В нем примут участие более 100 воспитанников танцевального коллектива. Зрителей ждет 7 премьер, а несколько самых маленьких артистов выйдут на сцену впервые. Праздник посвятят самым ярким достижениям ансамбля за год. Если говорить о наших гастролях, то, пожалуй, самым ярким проектом был наш сольный концерт на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где воспитанники эстрадного балета «Экситон» показали свою сольную программу. Концерт коллектива на ВДНХ прошел в ноябре в рамках Дня Ульяновской области под слоганом «Ульяновская область – родина талантов». Один из 16 представленных танцевальных номеров, музыкальный кузовок, буквально покорил зрителей. В декабре «Экситон» выступил на сцене «Зарядье» в спектакле «Легенда о Ромео и Джульетте» под руководством народной артистки Илзы Лиепы. Подготовка сама очень сложная, когда ты находишься на площадке с утра до вечера, и это происходит в течение нескольких дней, подготовка обычно идет дней 5, это для малышей сложно, поэтому нам ставят категорию, начинают с 13 лет. «Экситон» трижды завоевал звание лауреата первой степени в 10-м юбилейном всероссийском хореографическом конкурсе «Персонажи в городе Ярославле». В финале 16-го всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки» в Москве юные артисты заняли первое место среди младших групп в номинации «Хореография». Мы прошли, да, маленькие мальчишки у нас прошли с номером «Походники романтики». В конкурсе в «Сириусе» мы завоевали лауреатство первой степени, и таким образом мы попали на финал в Москву. Вот это тоже такая яркая очень победа. Несмотря на сложности и колоссальный физический труд, дети с удовольствием принимают участие в гастролях и готовятся к конкурсам. Выступления на большой сцене в других городах, съемки на телевидении для маленьких артистов – та мотивация, ради которой многие приходят в «Экситон» и остаются здесь на долгие годы. У нас коллектив, скажем, в основном состоит из малообеспеченных и многодетных семей, если честно. Да, поэтому очень многие родители не выезжают за пределы Ульяновской области. И дети, когда у них выдается возможность поехать, посмотреть мир, показать себя. Получается, что это шанс для детей? Шанс, а они работают в классе. У «Экситона» еще много достижений, о которых можно говорить часами. За 33 года работы здесь воспитали сотни талантливых танцоров, которые сегодня работают в известных коллективах по всей стране. Многие стали хореографами, профессиональными артистами и прославляют своим творчеством Ульяновскую область. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ол Правда ТВ.